Добрый день, мои дорогие друзья! Мои родственники опять снабдили меня овощами с дачи, такими как тыква, кабачки, картофель. И я решила, что я сегодня сварю суп-пюре из овощей и покажу вам, как я это делаю. А вот и мои овощи. Но меня, честно, вот уже неделю беспокоит вопрос, что вот это такое за овощ. Я сейчас все-таки попытаюсь его разрезать и вместе с вами посмотрим, что это за фрукт или что это за овощ. Ну вот так вот я его помыла или ее, не знаю, даже вот попробуем. Что это? Не знаю. Если только попробовать. Короче, я так и не поняла, что это. Семечки мелкие по центру. Вот видите. По форме семечки напоминают арбуз. Может быть, это арбуз недозрелый? Ну вот, пока загадка. Кабачок нарезаю кубиками. Вот такими небольшими. А сейчас точно так же нарежу тыкву кубиками. Итак, тыква и кабачки у меня готовы. Кроме кабачка и тыквы, я добавлю еще в суп морковь и лук. Сейчас я морковь и лук пережарю на сковородке. А сейчас в кастрюльку мы погрузим все наши подготовленные овощи. Тыкву. Кабачок. Морковь, обжаренную с луком. Все эти наши подготовленные овощи я заливаю сваренным куриным бульоном. И оставим вариться на 20 минут. Вот так. А пока провариваются мои овощи в кастрюльке, я остатки тыквы порезала вот так вот на кубики. И все раскладу в пакетики и заморожу в холодильнике, в морозильнике. А зимой можно будет опять сварить суп-пюре или что-то другое придумать из тыквы. Так, все овощи у нас проварились. Я немножко их остудила. А сейчас мы блендером их всех размельчим. Посмотрите, какой у нас получился суп-пюре.
Сейчас я сюда добавлю чесночка немножко. Посолю. Поперчу. Ой, ничего, вкуснее будет. Так. Добавьте, какие хотите приправки. А сейчас я еще раз доведу до кипения и добавлю сливки. Так, довела до кипения. Добавляю сливки. Еще раз доведу до кипения. Вот и все. Наш чудесный суп-пюре готов. Я подаю его с зеленью и с сухариками. Желаю вам тоже приготовить такой суп. Пользуйтесь, пока осень есть, кабачки, тыквы и вообще все осенние овощи. Употребляйте их в пищу, замораживайте на зиму. И всем желаю крепкого здоровья и приятного аппетита. Всего вам доброго. До свидания.